Автор Аубакиров Данияр. Министру энергетики Базымбаеву. Здравствуйте. В последнее время активно идет обсуждение касательно изменений в правилах торговли квотами на выбросы парниковых газов и углеродными единицами. Если участниками будут только природопользователи и инвесторы проектов, тогда рынок покупок и продаж квот резко сократится. Ввиду стимула продавцов природопользователей продавать по низкой цене, тем самым сужая круг потенциальных покупателей и продавцов. В данное время нет ни одного инвестора внутренних проектов, который реализовал бы свои квоты на внутреннем углеродном рынке. Уважаемый Данияр Алмасович, сторонами сделок по купле-продаже единиц квот являются природопользователи и инвесторы внутренних проектов по сокращению выбросов парниковых газов. Таким образом, участниками торговли квотами должны быть только юридические лица, имеющие отношение к квотированию и, соответственно, имеющие обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, в связи с чем вносятся изменения в правила торговли квотами на выбросы парниковых газов и углеродными единицами в целях ограничения доступа лиц, не имеющих отношения к природопользованию. Торговля квотами – это как это финансовый механизм стимулирования по сокращению выбросов. То есть тем самым он, сокращая выбросы, он дополнительно зарабатывает на этом финансовые средства. Это как бы дальнейшие инвестиции. И это сдерживающий фактор, чтобы дальний не сбрасывать, не превышать выбросы, так как штрафные санкции очень высокие. То есть за каждую тонну СО2 5 МРП.